Дорогая Даян, привет. Это письмо. Нас тут всех припахали писать письмо другу, потому что это часть терапии. Помнится, маньяк-зодиак любил письма. Ну и пусть. У меня все хорошо. Ох, вот дерьмо. Такая сильная и независимая. Все успеваю. Я даже не успела придумать ей имя. Ой, да не парься ты. Я 4 года жила без имени. Нормальная же выросла, да? Да. День не задался. Вот вечно у меня так. Ничего хорошего не выходит. Мне бы следовало уже понизить планку, но нет же. Ну да ладно. У тебя как дела? Я пошутил. Как ты ответишь? Это же письмо. У меня все супер. Пытаемся сделать наш мир лучше. Мне жаль. Дел по горло. Привет. Хорхе. Я по делу. Новости твоей мамы. Какой кошмар. Я весельчак. Это всем известно. Те люди, что всегда веселы, могут быть в депрессии. О нет. Я всегда веселый. Я перейду к делу. Каждый раз, когда кто-то выписывается, я думаю о своем состоянии. Я сжился с мыслью, что никогда не смогу измениться. Мой главный вывод – это какой я идиот, что раньше сюда не пришел. Я столько лет был несчастен, потому что думал, что такова моя жизнь. Я больше так не хочу. И еще, мне показалось, или я действительно неплохо пишу? Это Боджек, кстати.